такая великая, что человек уже начал судить Бога. Слепый Пилат осудил Божьего Сына. Этот человек хотел судить светло над светлом. Крупица пяску с дна моря хотела огорнуть океан. Пилат, может быть, и хотел отпустить Иисуса, але натовп моцно домагался присуду. Хтось может сказать, я наогул імкнуся быть добрым христианином, але натовп вокруг меня так гучно кричит про контрацепцию, эутаназию, аборт, инвитро. Змилуйся над нами, Пане! Змилуйся над нами! Злочених и